Не думал, что я когда-нибудь это скажу, но 17 апреля 2022 года сморчки собираются массово. Раз, два. Дальше. Эти осины цепляются так. Два грибочка. Не потерять бы. Очень много нашел. Три. Смотрите, какие. Дальше. Четыре. Пять. Пять, да? Дальше. Шесть. Это слой, это волна. Дальше. Семь. Самые вкусные именно такие. В прошлом году я это понял. Дальше, красавец. Вот он. Восемь. Дальше. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. 13, в руку уже не помещается, 14, пролезаем, 15, 16, 17, о, пропустил даже, опять по кругу пойдем, 18, осина с сосной. Это здорово. 18, да, я сказал? Господи, даже тут опять пропустил, опять по кругу. 19. Маленький, но все-таки. Дальше. 20. Устал уже приседать. Вот это суперское место мое, найдено мною. 21. Вот это будет теперь фантастика. 22. Так, тут что-то приподнято еще в одном месте. 22, не пойму, что... О, да! 23. Смотрите, какой длинноногий, кстати. Красавец. 23, да? Это точно не все. 24. Дальше. 25. Господи, тут батарея быстрее сядет, пока это все засниму. Вот, оказывается, пропустил. Прямо вот здесь складываю. 26. Это что-то. 27. 28. 29. На каждом сантиметре 30. Как будто я грузди черные собираю. Как помните фильм про грузди? Так же и сморчки конические. 31. 32. 33. Так. Не наступить бы. 34. 35. 36. 37, 38, это что-то вообще, вот это я место нашел, ого-го, 39, надо отнести, иначе опять не поместится, 39, господи, что происходит, я в раю настоящем, как такое счастье может быть в середине апреля? Ой, это я выронил, видимо. А, не, он валялся. 40. Может быть, я даже сбил. А вот этот не нашел, да. 41. Все, отношу. Иначе я это... Так, ладно, потом доберу. 41. Куда я эту поляну-то складывал, уже потерял ее. А, вот он. 41. Сейчас, секунду. Друзья, а эти что тут тоже?
Нет. Слава богу, что нет. 41. Это я, может быть, где-то сбил, потому что, ну, они просто везде. Вот этот 42, это я оставил. Вот эти. Друзья, звонок сбил съемку. Мы продолжаем все. Это же место. 42 было. Я посмотрел сейчас конец записи. На 42 мы остановились. 43, 44. Вот, смотрите, грибы прям там же остались. Ничего не изменилось. Как вот лежали, так и лежали. Вот они. 43, 44. Дальше. Я их на ходу уже нахожу, потому что я их находил, уже половину, наверное, потерял, половину заново нахожу. 45, пока от кучки недалеко, кину сюда. 45. Дальше еще есть что-то? Смотрим, смотрим, ищем. Фух, вот это да. 45. Так, здесь, по-моему, я не ходил. Вот, да, вижу. Так, а здесь? Здесь нету. Вроде бы 45. Дальше 46. Так, 47, чуть не наступил. 47. Поставил авиарежим, теперь мне точно никто не позвонит. 47. Надо было, правда, сразу так делать. Так, где еще грибочки? 47. Так, а точно ли все? Или еще не точно? Это какие-то непонятные грибы. 47, да? В общем, пойдемте еще там добьем местечко это. Ну да. Вот здесь вот прям ближе к осине они. Ну и в сосне тоже хорошо. Так, ну вот это я срывал, вижу. 47. Так и осталось пока 47. Ищем дальше. Смотрим. Так. Где, где, где? Так, где-то я еще видел. Насколько я помню, были еще грибочки. Что-то где-то я пропустил. Так, положим вот эти. Ладно. 47, да? Ну что, до 50 не дойдет, что ли? Надо вот здесь смотреть. Здесь я не очень смотрю. О, есть 48. Вот он. 48. Я же испугался, думал, на гриб наступил. Это листик так хрустнул. 48. Смотрите, может, я где пропустил. Надо вот эти краешки пройти. Они растут прямо на глазах. 50 хочу сделать, 50. От моих следов смотрите, что здесь. Ну, кстати, по этим следам можно понять, что я ходил вот. 49. 50. 51. Это вообще как-то легко так сошел. Отломленный. 51. Так, это что? Нет. 51 все, что ли? Или еще будет? Ой. Ну, в принципе, миссия выполнена. Как ни крути. Здесь еще можно посмотреть. Вот эти листики приподнятые. 51. А, ну и вот он. Видимо, заключительный. Все. Маленький.
52, да, потому что вот здесь я уже ходил, вот это видно. Здесь я уже ходил, вот мои следы. 52 гриба. Ну, может быть, еще-то парочку, конечно, я пропустил. Сейчас мы пойдем туда дальше. Вот. Там будет уже следующая полянка. Но 52 гриба, друзья. Как вам такая поляна? Меня и в прошлом году порадовала поляна вдоль тропинки лесной, как и сейчас. И это с одного места. 52 конических сморчка.